Александр Григорьевич, можно вопрос? Меня зовут Евгений Сильченко, живу я в Новодельском районе этого города прекрасного. Был только что в вашем районе. Я вот решил к вам сюда как-то пробиться. Слушайте, у нас очень большая проблема, вы знаете, там, наверное, была со школой проблема, она сейчас и остается на хуторе микрорайон. Вот. И очень большая проблема с детскими площадками. Нашим детям просто негде гулять. Просто... Давай договоримся так. Давайте. Вы там скажете, где первую площадку вам поставить. Так? А по школе, я думаю... Мы делаем проект. Да, губернатор мне докладывал. Мы были там. По школам, я думаю, мы решим ближайшие годы. А первую площадку, если надо даже и два, это недорого, скажут потом. Мы поможем. Это святое. Детская площадка. Там действительно, там одна площадка нормальная. А ты не убеждай меня, решение принято, спасибо. Только подскажи потом, где она должна конечно, быть. Конечно. Но не возле своего дома. Ну, только. Конечно. Там... И еще один вопрос у меня, да, пожалуйста. Да. Почему вы так не часто приезжаете к нам в город? Ну, Белоруссия же маленькая, ну приезжайте. Да Господь с тобой, Женя. Я сегодня оправдывался перед активом, что я слишком часто... Ой, подождите, можно... Что я слишком часто бываю на Гомельщине. И имея в виду, Беларусь маленькая, вот а люди живут в каждой деревушке. И все, а почему не приехал, а почему? Это поэтому понимаю, конечно... мы потом, ну, Гомель святой город, чистый, аккуратный, без проблем практически. А чего ездить часто да, туда, где меньше Александр проблем? Александр Григорьевич, надо приезжать почаще. Хорошо. Я очень прошу. Я вас услышал. Все, принимается. Принимается. Да-да. Восточный обход, 500 метров отсюда. Вот да, губернатор сказал, делают проект, мост и обход мы в следующей пятилетке вам подарим. Спасибо большое вам. Спасибо. 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 Сфотографируйте. Иди. Можно? Нет. Мне или им? Всем. Спасибо. Спасибо. Не болейте. И вам здоровья. Здоровья еще раз здоровья. Спасибо, ребят. Спасибо. Спасибо.